Сережа, сиреноголовый прям на нас идет. Симка, Симка, смотри, за окном большой сиреноголовый стоит. Уже очень страшно, Симка. Нолик, мы же пообещали, что со стола никуда не будем уходить. Нолик, мне тоже страшно, иди лучше обратно. Нет, Симка, я позову Леру и Лину, а то они не заметят сиреноголового, а вдруг он их сожрет. Нолик, я сейчас к тебе проберусь к окну, и мы вместе позовем девочек. Лера, Лина, иди сюда, здесь сиреноголовые. Лера, нас фиксики зовут. Симка, Ноль, а что вы тут делаете? Там сиреноголовый! Симка, Ноль, прячьтесь, он сейчас вас заметит. Элина, я недавно изучала сиреноголовый, из чего он состоит. А состоит он из проводов. Он подключен к какому-то электропитанию. Конечно, у Нолика лучше получается все это сломать. Но Нолик очень сильно боится сиреноголовых. Я проберусь вовнутрь сиреноголового и попробую его перенастроить. А когда все сделаю, подам вам сигнал. И тогда Нолик достанет свой помогатор и включит электроволны. А ты, Лена, пока присядь, потому что сиреноголовый через свой тепловизор может заметить, что ты за ним наблюдаешь. Симка, а это безопасно сиреноголову забираться вовнутрь? Безопасно, безопасно. Нам надо быстрее поторопиться, пока Дим Димыч ничего не узнал. Да, хорошо. Симка, только главное, чтобы Нолик никуда не убежал. Я за ним буду следить. Лина, открой мне окно, я незаметно приберусь. Хорошо, сейчас открою. Так, вылезай. Алло, Дим Димыч? Ха-ха, да, Сергей, не прошло и полгода, и мы с тобой опять встретились. Конечно же я, ты что, мог обо мне забыть? Ты мне лучше вот одно скажи. Случайно мои фиксики Экзе не к вам сбежали? Какие еще фиксики Экзе? Ну как какие? Нолик и Симка. Ну, болтики мои. Не знаю, но у нас их точно не было. У нас вообще все нормально было до того, как ты позвонил, и не появились вот эти вот ужасные сиреноголовые по всему городу. Сережа, сиреноголовые направляются в нашу сторону, потом Дим Димыч ответишь. Все, Дим Димыч, мне некогда с тобой разговаривать, за нами гонятся сиреноголовые. Эй, подожди, не ложи трубку, я кому сказал? Пик-пик-пик-пик. Давай быстрее вперед, поехали. О, смотри, дорогу перегородили, что будем делать? Юля, нужно быстрее выбегать из машины, пока эти сиреноголовые нас не догнали. Погнали! Ой, блин, Сережа, стой! Юля, Юля, давай быстрее сюда, здесь срежем и спрячемся в кустах. Бегу, Сережа, подожди! Давай сюда. Давай. Смотри, сиреноголовые подходят к нашей машине. Надеюсь, они нас не заметят. Ты слышала, что Дим Димыч сказал? Что это фиксики сюда телепортировали этих сиреноголовых. Мир в опасности. Нам нужно срочно что-то придумать. А если Нолик и Симка попали к нам домой, а там Лера и Элина остались? Фиксики-то вредные стали, когда мы их обратно отправили к Дим Димычу. Сережа, смотри! Один сиреноголовый на нашу машину напрыгнул! Ты посмотри, а! Какой! Я его сейчас! Сейчас я ему не знаю, что сделаю. Уйди! Да стой, спрячься! Сейчас эти сиреноголовые тебя увидят и сюда подойдут. Да
Да не могу я, Юля, просто так стоять, смотреть, как они ломают нашу машину. Что? Еще телефон звонит. Нужно быстрее включить звук. Алло. Ну что, Сергей, ты нашел моих фиксиков? Кого? Каких еще фиксиков? Ты че звонишь там так не вовремя? Сейчас нас эти сиреноголовые поймают и сожрут. Они вроде бы нас услышали. Все, некогда нам с тобой разговаривать. Мы разберемся сами, без тебя, без твоей помощи. Нашел время звонить. Ну что тебе этот Дим-Димыч все названивает? Что он от нас хочет? Главное, чтобы он не додумался телепортироваться на землю. Тогда точно всем не сдобровать. Походу, сиреноголовые нас услышали. Они спрыгнули с нашей машины и направляются сюда. А бежать-то уже некуда. Позади поле и деревьев больше нет. Зря ты отвечала этому Дим-Димычу. А, Сережа, сиреноголовый прямо на нас идет. Нолик, Симка уже долго не подает нам сигнал. Элина, Нолик, ну чего они в окно не выглядывают? Она 2 минуты там уже колупается у сиреноголового. Симка вылезла и дала нам сигнал. Выглянули. Элина, Нолик, быстрее включайте телепортатор. Доставай свои помогаты. Включай электроволны. Я же говорила, Симка, что у нас все получится. Я мигом. Юля, чего это сиреноголовый от нас ушел? Наверное, меня испугался. Или может то, что я не показал виду, что я его боюсь. Сережа, смотри, все сиреноголовые отправляются в одном направлении. Как будто их кто-то к себе подзывает. А этот сиреноголовый прям чуть тебя не сожрал. Отправляется в сторону нашего дома. Юля, я предлагаю, за ними нужно проследить, куда же они направляются. Это ты слышала, что этот Дим-Димыч сказал? Он же с нами неизвестно, что сделает, если мы их упустим. Так что пойдем. Главное, чтобы они нас не услышали. Юля, подожди. Сережа, это точно не ловушка. А нет, вот они, смотри. Они уже оторвались, нужно быстрее их догонять. Сережа, теперь медленно на разворот и поехали за этими сиреноголовыми. Посмотрим, куда они направились. Я слышу какой-то топот. Смотри, все сиреноголовые сюда возвращаются. Я присяду, чтобы они меня не заметили. Как их много. Буду сидеть тихо. Ребята, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы от нас сиреноголовые побыстрее отстали. А! Не буду шевелиться. Они уже тут рядом. Нолик, отодвинься. Я сейчас Симке побыстрее окно шире открою. Заходи, Симка. Смотри, сиреноголовые направляются прямо к нашему дому. Только быстро не едь. Главное, чтобы они нас не заметили. Мы за ними проследим. Прикинь, если они нашли нашу Леру и Элину. Офигеть, мы уже, считай, подъехали. Юля, посмотри, сиреноголовые все направляются к нам на задний двор. Интересно, что там такое? Может, там наши дети? Юля, смотри, сиреноголовые оказались все здесь у нас во дворе, и портал открылся, они по одному улетучиваются. Смотри, заходят и исчезают в этом портале. Сережа, пошли посмотрим, как наши девочки, что они дома делают. Надеюсь, с ними все хорошо, ты жми лайки, подписывайся обязательно на канал.
Дети, дети, вы дома? Лера, Элина! О, мама с папой! Мама, мама, я здесь! Мама, вернусь! Они здесь! Давайте! Нолли, всех сиреноголовых мы отправили обратно к Дим Димычу! Открывай портал! Нам тоже уже пора! Я же говорила, Симка, что у нас все получится! Я мигом! Ну что, Симка, Нолли, пока! Ну, вы, ребята, были на канале Юшу, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. Всем до новых встреч, пока!